Порядок посещения природных парков вулканы Камчатки регулируется действующими положениями об указанных территориях. Данные документы предусматривают, что посещение природных парков как организованными группами, так и индивидуальными туристами осуществляется по установленным маршрутам передвижения. Маршруты, туристические маршруты по передвижению устанавливаются в зависимости от нескольких факторов. Основной ограничивающий фактор – это необходимость беречь чувствительные и уникальные экосистемы природных парков. То самое богатство Камчатского края, которое привлекает многих туристов как из России, так и всего мира. В период межсезонья природные территории особенно чувствительны. Это прежде всего касается почвенного покрова и растительности, что связано с снеготаянием и становлением, появлением только новых ростков, которые прорастают в весенний сезон. Также важным фактором является весенняя миграция как птиц, так и пробуждение диких животных. Чтобы сохранить и уберечь экосистемы, некоторые маршруты на период весеннего межсезонья ограничиваются к посещению. Тем не менее, понимая высокий спрос на посещение природных территорий парка вулканы Камчатки, мы стараемся расширять возможности для посещения территорий туристами. Буквально на последние 2 недели мы были заняты проработкой отдельных автомобильных маршрутов, связанных с посещением территории Южно-Камчатского природного парка Мутноско-Горелой группы вулканов, то, которое является одной из самых популярных маршрутов на территории. Сегодня на совещании мы представили свои предложения и, в частности, рассказали про новый маршрут автомобильный, который теперь будет официальным и открытым для посещения даже в межсезонье.